Новое время и новые актуальные профессии. Краснодарский информационно-технологический техникум добавляет и в новом формате. Дистанционно. IT-индустрия развивается быстро. Осваивать эту сферу надо в таком же темпе. Для того, чтобы изменить внешний вид страницы, тебе нужно внести изменения в раздел твоего сайта именно файл HTML. Собственный сайт за 60 часов. Задача выполнимая. Вместе с высококвалифицированными специалистами. Получить нужные знания в уютной домашней обстановке. Теперь просто. Под руководством преподавателя, вернее, тьютера, за время удаленного изучения курса создания сайтов слушатели проходят все ступени. В ходе освоения материала получают знания в области веб-дизайна, программирования, верстки и контент-менеджмента. Мне всегда казалось, что создание сайтов было что-то сложное и недосягаемое для меня. Но оказалось, что немного усилий и благодаря нашим преподавателям в нашем городе можно освоить весь этот материал, создание сайтов и так далее, за считанные часы. Создание сайтов – только одно из направлений дистанционного центра. Его современное оснащение – результат победы Краснодарского информационно-технологического техникума в краевом конкурсе инновационных программ. Освоение гранта, а это более 1 000 000 рублей, это возможность работать в новом профессиональном пространстве и в прямом, и в переносном значении. Тема сегодняшнего нашего занятия – социальные нормы. Елена Михальченко, автор дистанционного курса «Секретарь суда». В распоряжении слушателей курса 480 часов для основательного изучения, методические материалы и консультации тьютера. В будущем свидетельство об окончании, а значит, большой карьерный плюс для специалистов в области делопроизводства и юриспруденции. Для меня преимущество в первую очередь в том, что так как я нахожусь сейчас в декретном отпуске и не имею возможности получить второе образование, в данном случае дистанционное обучение предполагает получение такого образования на дому, не отрываясь от семьи. Новое содержание и новые формы. Только современные технологии. Рабочие места, веб-камеры, аудиогарнитуры. Две станции для разработки учебных курсов. Планшеты, фоторедакторы. Все самое необходимое. С нового учебного года диапазон центра дистанционного обучения расширяется. Проводится набор по специальностям. Организация технологий защиты информации и банковское дело. Дистанционное обучение, оно само по себе очень важно и нужно, как обучающий элемент, но в то же время оно играет очень большую социальную функцию, потому что есть группы населения, которые не могут в силу ряда причин поступить в образовательное учреждение и посещать занятия. А дистанционное обучение дает возможность получить образование, допустим, женщинам, которые находятся в декретном отпуске, людям, у которых ограниченные возможности, отдаленно проживающие люди, которым сложно добраться до города. Стать участником дистанционной программы обучения просто. Вы связываетесь со специалистами центра по телефону в Краснодаре или оставляете заявку на сайте. Стоимость курса обучения – 10 000 рублей.